Всем привет, с вами Арахи Гаши, команда Бегу Хиро, и мы будем дальше проходить Фир 2. Получается, у нас большие паузы, но, к сожалению, нету особо сейчас времени, даже не то, что там сделать видео, а вообще на что-то постороннее, кроме основного занятия, так скажем. Что ж, начинаем. Как бы. Ай-яй-яй, это не то, извиняйте. Не ту сцену включил. Так, ну данные на КПК. Ну, в общем, надо нам куда-то пройти, да, что-то сделать, кого-то убить. То есть это все. Как было, так и есть. Никуда от этого не деться. Мы отсюда пришли, я понял, уже туплю, извиняйте. Тупить мы любим. Это я. Это моя, блин, специальность. Я профессиональный. Как сказать-то правильно, в общем, вы поняли. Так, shift у нас прибежал. Ёжик. Да не хочу я к вам идти, ну вас нафиг, вы злые. Бля, они могут на меня напасть или нет? То есть, тратит ли на них патроны или ну нафиг? Мне кажется, нафиг. Ну, если тратить, мы об этом узнаем. А тем временем наш напарник еще совсем недавно в разумный. Уже неразумный. И... Оба. Так. Ну, идти нам, конечно, весело. Очень весело. Такой шикарный видос. Смотрите, какой шикарный видос. Пейзаж просто офигенный. Ну, согласитесь, офигенный пейзаж. Воронка от взрыва. Смотрите, какая красивая. Красота! Красота! В каком городе-то американском только, да? Красота. Ну что ж, мы превращаемся немножко в мышей крыс. Ходим по трубам канализационным. Вот, ничего страшного. Бывает. Твою ж мать. Это как одно, в одной из книг по из секретных материалов. Одно племя уничтожили, индийское, когда испытывали атомную бомбу. И духи тех, кого убили, начали преследовать тех, кто испытывали эту бомбу. Это очень похоже на то, что мы сейчас видим. Братень, пошли отсюда. На эти транспортные туннели. Йо! Мать вашу, я ж так и знал. Нельзя туда падать-то, блин. Эх, я. Вот там один индеец, короче, выжил. И напускал духов своих, потому что он собрал их, то, что от них осталось в шкатулку. В общем, жуть. Вот они были примерно такими же. Только агрессивно, эти вроде не нападают, это хорошо. Ну, братюнь мне показывает, видимо, путь, да? Как куда идти. Пейзажами уже любоваться смысла нет, мы только что их видели. Не знаю, я иду в центр, блин, я... Это идиотизм, честно скажу. В центр взрыва, блин, ядерного идти. Это глупость. Это тупость, это беспробудная причем тупость. Ну ладно, что нам делать остается, блин. Нас штырит, мы видим непонятно что.
Блин, ну ты пиздаш, а вот это пиздаш. О, я сейчас опять упаду. 100% упаду. Хотя нет, пока не упал. Наверное, сюда. Точнее. Вы вошли в грузовой туннель Армахен через лазон на месте пин-центра за его уничтожившего город. Ваша цель – добраться до комплекса Настил Алент, прежде чем Альма поглотит вас. Ваши попытки перехватить сержанта Кигана не увенчались успехом. Короче, хер с ним. Похоже, он все еще дальше уходит от вас. К Альме. К Альме идет. Он хочет Альму, а вы не хотите. Так, она же такая красивая, и она всех ждет, всех вас. Бронежилет, а у меня полный, что делать? А давайте тот выкинем, новый возьмем. Хоба, хоба, не? Как? Так, какие-то, какой-то комплекс чего-то, трубы. Станция, может быть, электро или что-то типа этого, гидро. Я очень не буду умничать, потому что не очень понимаю, что это есть. Возможно, мы это узнали или уже знали в задании. Я просто, когда играю, пытаюсь сосредоточиться на игре и комментирую комментирование того, что происходит. Короче, транспортный туннель, да и все. Вот. Критически с бульту системы, мать его, прыгать. Знаете, как в современных играх было бы слоумо, и надо было нажать вовремя какую-то клавишу, чтобы прыгнуть. Хорошо этих, блин, нету. В общем, никого из врагов хорошо, что нет. Почему в каждом фильме, в каждой игре, блин, женский голос говорит, до самоуничтожения на Строма А осталось 30 секунд, или что они там уничтожали, я уж не помню. Во-вторых, чужих, короче. Не на Стром. На Стром это было в первых судах. Ну, короче, вы поняли. И тут такая же хрень. Внимание, внимание. Говорит такой брутальный мужик, типа, внимание! Через полминуты не свалите вам ПП. Всем. Понятно, доходчивый, правильно? Еще что, не могу залезть, что ли? А лазер мне просто нахрен не нужен. Я могу вниз спуститься? Вот на самом деле я не играл во вторую часть и думал, что, блин, ну и не играл, и хрен с ним. На самом деле зря не играл. Интересная игрушка. Настоять. Это действительно прикольно. Может быть, и третья окажется в более подробном рассмотрении прикольно. Потому что вначале она мне, конечно, не понравилась, если бы это самое начало. Прям. Ну хрена мы, спецназовцы или не спецназовцы, чтобы спрыгнуть там с 3 метров. Да я понял, система сбилась. Зомби лезут. Где наш Resident Evil? Боец клон идеальный воин. Невероятно быстрый, сильный, идеально обученный и у него полностью лишено чувства совести. Он нет прошлого, причин жаловаться иной цели, как выполнять приказ. Воспрекословная преданность и железная дисциплина по стандартным расценкам частных военных подрядчиков. Солдат 7 серии. Принимают голосовые команды от определенного человека. Стандартные солдаты распознают 12 уникальных голосов. Возможно решение до 24 или до 32 голосов. И готовы к получению телепатических приказов от готовившихся к выпуску телестезических командиров. Предвестник. Дата выхода не объявлена. В общем. Что нужен делать солдат той армии, которая. Ёпрасты. Стоять бояться. Так
Так вот, что должен делать солдат армии, который не защищает свои какие-то, ну, землю, да, или воюет с каким-то врагом, со злом, в общем. Солдат армии, который, наоборот, нападает и творит зло. Что он должен делать? Правильно. У него должно быть полностью отключено чувство совести, сострадания и вообще какого-либо ума. Поэтому для той армии, которая хочет это делать, идеальный солдат — это солдат-клон. Ну, естественно, нормально у настоящего человека, он никогда не заменен, как и робот. Возможно, конечно, когда-нибудь будут что-то типа мехов любимых японских, да? Но это не в том плане, что там Япония и так далее. Мне нравится тематика. В том плане, что, ну, возможно, это будет, да, какие-то там... Конечно, нездоровые костюмы там в три этажа, но просто универсальный костюм, в общем, такой мини-танк из одного человека с броней, то есть те же средства защиты, более легкие и так далее. Это да. Возможно, будут такие какие-то тяжелые роботы, управляемые человеком. Ну, чисто киборги или механизмы воевать вряд ли могут. Ну, если только какие-нибудь самолеты, танки, а вот. И все равно это можно будет все сбивать, я уверен. И уже давно таких солдат идеальных хотят вывести. То есть сначала просто из людей, потом с помощью опытов, потом с помощью отбора какого-то, да, там, людского. Скрещивание только там сильного с сильным и так далее. То есть лучших из представителей данной расы. Сейчас вот в последнее время. Это, естественно, все делается более просто и быстро. И, кстати, успешно, потому что многим своим людям уже, правда, долго, не сразу, то есть они рождаются нормально, но в течение жизни, смотря фильмы, передачи, программы, отбивается как бы вообще это все. То есть практически готовый солдат. Только единственное, что пока в чем промашка, это готовый солдат не готов так же и воевать ни за кого. Что естественно. Ёпарас, это по мне стреляют. Что делать? Пойдем домой, Билл. Или как тебя зовут? Ёпарас, это... Твою же мать. Мы на это не подписывались, я 100% уверен. Что мы на это не подписывались. Деньги нам не платили в этой игре, правильно? Не было на вознаграждения типа. Никакого. Заставляет этого солдата воевать, да? А ну это ж игра. Я забыл, это ж нереальность. На самом деле воевать его заставляет, конечно, то, что если не убьет он, убьют его, как бы. Тут без вариантов. Да блин, какой клавиши гранату кинуть, ну что за нафиг? Это бред полный, потому что я не помню, какой клавиши кинуть гранату. G что ли, или H? Сейчас мы это увидим. Лови гранату, G. Переход на ручное управление. Да нет проблем. Хоть на ножное. А почему женским голосом реально? Просто интересно. Типа так прикольней. Все в солдатских буднях. Разбавить женским голосом.
Твою же мать, сколько же их у вас много-то, а? Не, ну реально много ж. И броника нет. И убиваетесь вы как-то не очень прям. Еще и сзади обходите, сволочи. Я же гранату кидал, что же за нафиг-то? Зашибись. Просто зашибись. Сейчас я кидаю гранату, ему вообще пофиг. По барабану, блин. Ошибка. Переход на ручное управление. А может быть, ну нафиг? Не, ну нафиг не получается. Блин, давно не играл в контроле. Разучился попадать нормально. Хады ставить разучился, что сделать? Блин, врагов там было поменьше. Да не, ну это жесть какая-то. Сколько ж у вас тут сволочей? Развелось-то. Ну блин, я ему в морду кидаю. Какие живучие, блин. Сколько нужно, блин, тут патронов, аптечек, блин, и всего того, чтобы убить этих... Хрен пойми кого, короче. Ладно, ничего страшного. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде, правильно. Переход на ручное управление. Короче, выходи по одному. Не докинул, а? Ну ладно. Бывает. Уйдё. Ты откуда взялся? Мы тебя не звали совсем, друг. Давай отсюда. Да, минус трое, но там еще куча. Патронов хотя бы хапнуть. Ну так, чуть-чуть. Слегонца, блин. Ты откуда взялся, братюнь? У меня смутное подозрение, что их не перебить надо, а куда-то добежать. Пока эти сволочи будут нападать. Хотя, может быть, я и не прав.
как стоять бояться. Кидаем в нем гранату. Да, без ускорения времени я их просто не попадаю. Да как же так, блин, ну что это за на? Что это за нахрен, а? Какой-то бред полнейший. Блин, сделали, блин, 100 соперников, блин. Чтобы их один убивал. И нормально, зашибись, все. Че? Так и надо, воюй, блин, как хочешь. И еще плюс на каждого нужно, блин, по обойме, блин, считай. Ошибись. Красота. В атаку. О, не допрыгнул, ну и хрен с ним. Бред это все. Абсолютно причем. Ну, умеют игры делать люди. Вот просто не умеют. Ошибка. Переход на ручное управление. Сложность, блин, должна заключаться не в том, что солдат миллион, блин, на тебя нападает. Блин, их убить нельзя, смотрите. Просто нельзя убить, пока они, суки, сюда не выйдут. Все потратил, блин, обойму ни на что. Я не знаю, классно, а? Обойму всадил, похрен, живу. Не умеют делать игры. Не умеют. Гов должно быть хотя бы немножко реальное количество. Но они должны быть умные. И интересные. А не так, как это, блин, хрень какая-то. Переход на ручное управление. Просто реально хрень. Даже слов нет. У меня замедление-то не бесконечное, а без замедления я весь не попадаю. Красота. На тебе в жопе. Стараемся что-то сделать, конечно, с двух сторон задали нас. Стараемся отбиваться. Сзади атакуют, походу. Сзади атаковали. Да, мда уж. Ошибка это, блин, игра вся ваша. Ошибка реально. Ну просто реально ошибка, блин. Просто жесть. Вы где боты, блин? Ау. Они что, исчезли, что ли, все? А, ну вот сейчас пойдут, конечно. Будут материализовываться, блин, из ниоткуда. А, ну, тут стоит все вообще.
В атаку! Нехай в обороне, сидеть. Лови! А почему я не могу сюда? Я также хочу на этот сволочь запрыгнуть, хрень. Один в один, как ты, хочу запрыгнуть на нее, блин. И сидеть там, блин, развлекаться. На ваш корабль сраный прийти. Да на! Не сдадимся, хрен вам. Как, блин, сменить гранаты, япона мать. Пипец полный. Атакует, блин, 1000 человек, блин, со всех сторон. Давай, блин. Ты же выбрал сложность, ветеран. Давай, воюй. Мы просто побольше врагов тебе сделаем, и нормально. И чтобы у них хп было побольше. Великие, блин, игроделы, япона мать их. Почему от попадания в голову сволочь это не сдыхает, а? Да лови там подарочек, короче. Оба! Пошел десант, блин. Ну куда, братки, блин? Какой намылились, все просто. Не, просто их настолько много, а у меня вопрос один. Такой маленький один вопрос интересует. Малюсенький, я бы сказал. А с какого фига их так много? С какого фига мы где-нибудь не спрятались, блин, как идиоты. Полезли непонятно куда. Ошибка. Ну что, ну сразу. Вот видите, да, когда я не могу в него стрелять, то есть типа он не умирает сразу. А в меня полили сразу. А эта сволочь пока подымется. Блин, пофиг, я патроны потратил, пофиг. Они только сейчас вот. Вот сейчас я могу в них стрелять. Ну ладно, не важно. Просто никогда не нравилось, когда сложность игры делали сложную не за счет чего-то умного, а за счет того, что воров до хера и в них нельзя попасть. Это ж так умно. А все, кранты, короче. У меня замедление не бесконечное, я не могу в них попадать без замедления. Это дебилизм. Полный дебилизм этой сраной игры.
все тут сделано нормально, кроме боевок. Дебильные, приставочные, сука, бои. Делать игры или под приставки, или для компа. Не портите и то, блин. Зашибись, блин. Все, круто. Убежал. Граната, кто он нафиг? Ну, блин, терминаторы все. Чаки Норрис и Шварценеггер в одном лице. Сами все видите. То есть я не могу в них попасть, они исчезают с экрана просто. Потому что они очень быстро двигаются. Как только кончается замедление времени, меня убивают. Браво, аплодисменты разработчикам. Это очень сложная игра, блин, для дебилов. Блин. Переход на ручное управление. Один хэнд пройду эту тупую. Тупых ботов, блин. Нет, это жесть. Он меня, сука, палит. И нормально. Я в него палить палю, блин. Обойму высадил. Обойму! Он живой. Все замедление времени высадил, он живой. Круто. Давайте сделаем так. Это самое умное, что тут можно сделать. А хер вам не поставлю на легкое. Обсеритесь. Разрабы, блин. Ошибка. Ошибка, блин. Ошибка. Так, ладно. Мы же спецназовцы. Сейчас мы их всех чики-пуки. Пуки-чики. Обойму, сука, высадил в одного, считай. Обойму. Где? Просто, ну, интересно. Где я должен брать патроны, чтобы убить там 100 человек тут? Вот разработчики предлагают, да, убейте, пожалуйста, 100 человек. Да, не вопрос, убьем. Скажи, где патроны, сука, брать. Чтобы их убить, блин. А так вообще не вопрос. Убьем 100%. Подумаем, потом сейчас кончится, но это пофиг. У нас есть другие пушки. Ну, опять же, без замедления времени в них не попадешь. Потому что они двигаются постоянно с ним. У них оно не кончается. Оно кончается только у меня. Все, готов. Самый ужасный момент игры пока что. На данный момент, потому что он, ну, глупый. Великие пряморукие люди сейчас будут, если будут их смотреть, говорить, какое крабище, что не могу убить ботов этих. Да, согласен. Молодцы. Я сам за сложность в играх, в любых. Будь то РПГ, будь то шутер, будь то аркада, блин, даже. Но сложность и идиотизм — вещи разные, все-таки, кажется. Немножко, я думал. Я, конечно, не совсем уверен. Глупый, потому что. Да. Потом что-то всегда казалось, что сложность и идиотизм — вещи разные. То, что вот сейчас, это идиотизм. Абсолютно. То они лезли, то они, сука, не лезут. Ну, типа умные или меня не видят.
И не выходит. Допускаю. Обходили меня, короче. Допускаю, опять же, молодцы. Две гранаты кинул под ноги. Две. Жесть, это просто жесть. Это хренотень, не видя меня, уже бежит, поворачивается и стреляет в мою сторону. Как? Сдохните вы все уже. Это пипец полный. Это реально пипец. Просто пипец. Вот вспомните в первую часть, да, на самом сложном. Было действительно сложно, но, блин. Там не брали того, что там миллион врагов на вас сыпется со всех сторон. Это самое легкое. Хотите сложность, да? Сделаем миллион врагов, не дадим еще желательно герою ни одной аптечки, чтобы уж наверняка, и все. И круто. И пускай он делает, что хочет вообще. Игра будет сложная, пипец. Раньше на автоматах играли, так делали, наживаясь на людях. Там же чем больше монеток кинешь, блин, тем круче. Ну, я думаю, времена-то изменились, люди что-нибудь новое придумали. Да и игру вроде купил, и все, как бы. Второй монеткой не кинешь. Уже пофигу, уже одну кинул. А я ее покупал, эту игру. Когда она вышла. Как эфир первый тоже. Лицензию, помню, покупал. Ну, потому что эфир первый очень понравился, действительно понравился. И как бы вторую часть не купить было странно. Ну, а почему я так не могу прыгать, а, ребят? Я тоже так хочу. Я тоже Нео. Правда, маленький. Ну Нео уже. Ребят, я ваш. Ваш, говорю. Получайте, блин, гады. Стоять боится. Бесконечное количество, похоже. Просто бесконечное количество. Или да, как? Просто отлично влепил ему в голову болты. Она не сдохли, что ли? Переход на ручное управление. Твою же. Обнаружено препятствие. Это круто, я рад за... У вас мать твою за ногу! Какой нахрен? Разворачивается. Я только довернулся. Да на тебе, сволочь!
Я же вас поубивал, а. Сколько ж вас там было и есть. Это короче трындец. Я уже, блин, все гранаты кидаю туда, какие есть у меня. Чтобы отбиться от этой волны, блин, хрен пойми чего. Да сдохнешь ты, блин. Не сдохнет, лови. Твою ж мать. Хер с вами, трачу аптечку еще одну. Блин, сохранение крепаж, не включайте компьютер. Жесть. Это жесть. Это просто полная жесть. Я специально из-за того, что большие перерывы, сделал серию немножко как бы побольше. Аварийная ситуация. Кто по мне стреляет, там мать его вашу. Понятно, видно. Переход на ручное управление. Нарушение допуска по массе. Эвакуируйте головной вагон. Бегу уже. Аптечек ни хера нету. Жизни ни хрена нету. Эвакуируйте головной вагон. Да эвакуи... Чего? А где, мать вашу, головной вагон? Как весело нам живется, блин. Нарушение целостности неизбежно. Эвакуируйте головной вагон. Я, короче, хрен понял, где это. Ну ладно. Сейчас найдем по-бырому. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Аварийная ситуация. Произошло столкновение. Это уже за гранью моего понимания, честно. То есть вагон трясется, я в него даже стрелять с замедлением не могу. Вот я включаю замедление и начинаю стрелять. Ура, я его убил. Чудо, блин, случилось в этой игре. Спасибо тебе, игра. Нет, ну все нормально. Для шутера такого и сюжет более-менее нормальный. Не совсем дурной. Переход на ручное управление. Мать твою, где же переключение? Эвакуируйте головной вагон. Аварийная ситуация. Нарушение целостности неизбежно. Эвакуируйте да это я понял. Вагон. Вот я вот что я не ожидал, то не ожидал, что они сейчас будут тут. Это да. Это хорошо сделали, молодцы. Нарушение целостности неизбежно. Это красавцы, да. Эвакуируйте головной вагон. Мне просто их как бы не хватало тут. 100%. Это сделали правильно. То есть им нужно эвакуироваться и отстреливаться. Это. Нарушение целостности неизбежно. Он действительно повышает как-то, да? Эвакуируйте головной вагон. Повышает сложность, так сказать. Это бесполезно. Одна пулька снимает с тебя фул хп почти.
В них нужно всадить целую обойму. Ну это глупость. Я вообще согласен, чтобы одна пуля в голову убивала. То есть если он попадает в нас, в голову, да? Если мы попадаем в его голову. То есть попадание в голову, в принципе, все, ваншот. Там еще один. Ах, там еще один. Их же, они же клоны, их много. Вот Far Cry, кажется, первым такой был реализован, если я не ошибаюсь. То есть, ну, по крайней мере, на максимальном уровне, когда я играл в сложности. Как было, в голову попал, все готово. Это хорошо. Действительно, сложность добавляет. Ну, блин, а ну что это за херотень, а? Ну не могу я тут, блин, без броника чего-то ловить. У меня нету аптечек даже. Херень его. Да. Это сволочь. Классно. Нарушение целостности неизбежно. Эвакуируйте головной вагон. Я за аптечкой хотя бы хочу сходить. Я там сзади по мне уже палил, да? В любом. Ну, конечно. Хрен его. Понятно. Нарушение целостности неизбежно. Эвакуируйте головной вагон. Я не знаю, что делать просто. Я просто зажимаю с двух сторон, и я ничего сделать не могу. В чем проблема? Потому что у меня нету ни аптечек, ни хрена, ни времени. Эвакуируйте головной вагон. То есть именно замедление времени остается. Сзади пришли. Нарушение целых. Ладно, ща мы всех раскнаем быстренько. Эвакуируйте головной вагон. Слушай, реально мин понаставить бы, блин. Охрененно. Вот просто красота. Нарушение целостности неизбежно. Эвакуируйте головной вагон. Сыпнем там кому-то. Было явно. Три мины! Как он, сука, прошел, а? Три мины! Не гранаты, мины!
Нарушение целостности неизбежно. Эвакуируйте головной вагон. Суицидальные тенденции, да. Это точно, это у меня есть в этой игре. Мы уже сегодня спрыгнули сначала со скалы, да? Эвакуируйте головной вагон. Сука, выбегает под минами, один патрон готов. Нарушение целостности неизбежно. Эвакуируйте головной вагон. Ладно, ничего страшного. То же самое. То же самое. Нарушение целостности неизбежно. Целостность вашей башки тут эвакуируйте точно. Эвакуируйте головной вагон. У вас целостность головы давно уже потеряна. Да как я взрываюсь? Обо что? Или кто меня убивает? Я не понимаю просто. Ну просто идиотизм. Тупый. Тупизм, блин, идиотизм. Нарушение полнейший. Целостности неизбежно. Эвакуируйте головной вагон. Просто пиздец. То есть выбегает козел, выпрыгивает, и каждый раз меня ваншотит. Постоянно. Нарушение целостности. Красота еще. Сложность игры. Эвакуируйте головной вагон. Уже взорвался кто-то. Переход на ручное управление. Да ладно. Повреждено. Восстановите управление системой с пульта в головном вагоне. А ничего тебе больше не сделать? Эвакуируйте хвостовой вагон. А, еще хвостовой вагон эвакуируйте. Ну красота, а чё? Переход на ручное управление. Устройство сцепления повреждено. Такой просто ужас сейчас был. Ну реальный ужас. Системой с пульта в головном вагоне. Абсолютный какой-то, блин. Или может вот мне так только кажется, со стороны кажется, что я просто тупой краб, который вообще не умеет ничего делать. Ну может быть, аварийная я не спорю. Аварийная ситуация. Устройство сцепления в критическом состоянии. Да я понял, блин, дай соберу ништяки. Да сейчас восстановлю. Управление находится в головном вагоне. Это я хер его знаю, что тут. Чего? Не, ну в принципе красота. Устройство сцепления вот так есть. Установите управление системой с пульта в головном вагоне.
Эвакуируйте хвостовой вагон. Он говорит, нахрен тебе что-то там это, братю. Не, братю. Переход на ручное управление. Устройство сцепления повреждено. Где ваш сраный головной вагон? Мать вашу за ногу. Эвакуируйте хвостовой вагон. Нахрен я это взял. Устройство сцепления в кризисном бегу состоянии. Пожалуйста, ну, блин, зашибись. Сегодня, конечно, стрим получается. Вайн какой-то полный. Ну, я не то, что вайн, я просто играю в игру, рассуждаю, как бы было бы интересно. Ну, то есть не только прохожу ее. То есть, проходя какой-нибудь там сложный квест или РПГ старую, да, или там, например, дендевскую игру, где там не было подсказок и, блин, 2-3 жизни, я понимаю, почему она сложная, и не Ваню на нее сложность. Потому что там более-менее логично все, и время другое, и, ну и вообще. Ну, когда, блин, получается вот такая фигня, когда ты просто... На тебя лезут 20 солдат, ты в каком-то ограниченном помещении еще, но ты с двух сторон, с трех простреливаешься, гранаты их не убивают, и ты тратишь по очереди, считая на их уничтожение. Это не сложность, это глупость. Ну а тем временем, давайте мы со всеми попрощаемся на этот раз. Ну, не то, что попрощаемся. До скорых новых встреч. С вами был Epical Hero Арай Хигаши. До скорых новых встреч. Надеюсь, вам понравилось. Было не очень весело, но сейчас настроение не очень веселое, простите. Всем спасибо и пока-пока.